Я бы хотел коротко рассказать вам о миссии, видении, ценностях и кодексе чести программы Bhakti Samaj. В других видео я поясню это более детально. Наша миссия – это успешнее и эффективнее помогать преданным стать более продвинутыми и счастливыми в практике чистой бхакти-йоги, общении и сотрудничестве с другими преданными, распространении принципов бхакти-йоги и излечении общества через духовное образование. Для этого нам нужно стать профессионалами в 5 практических задачах. Привлечении людей, создании дружеских отношений, задействовании их согласно их талантам, обучении и тренингах, а также помощи и поддержке. Наше видение – жить вместе – это любить и поддерживать преданных с их индивидуальным подходом к жизни, индивидуальными талантами, их индивидуальными идеалами и индивидуальными отношениями с Кришной, а также помогать всем стать частью семьи Кришны. Наши ценности – чистая бхакти ванугатья, что значит следование нашим ачарьям, религиозные принципы, гармония, лидерство служения, продвижение талантов и одаренностей, а также взаимная поддержка санги, общества и членов общества. Наш кодекс чести – 4 регулирующих принципа, выполнение соглашений вовремя и в полной мере, благодарность и уважение, слушание, терпимость, взаимопомощь и самовыражение.